Добрый вечер. Мы начинаем традиционную послематчевую пресс-конференцию. И слово предоставляется гостям. Михаил Федорович. Традиционно команду соперника с победой. Мы пока не готовы бодаться с Шахтером. Как бы мы не пытались, но к пацанам у меня вообще нет претензий. Я говорил за игру. Бились все, старались. Приехали 5 защитников. Выдержали. Даже когда перешли в 3 звена играть, все равно пытались держать темп. Потому что Шахтер... Команда мастеровитая, у них мысли быстрее, все быстрее, поэтому ребята молодцы, как бы, ну, счет как бы, такой счет. Еще раз говорю. Спасибо, Валерий Ильич. Спасибо. Ну, разные немножко задачи турнирные, да, разные задачи игровые решаю, поэтому, наверное, комментировать особо нечего. Счет по игре, да. Спасибо. Спасибо.